Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханоко-сама, каре га арей но джинбуцу дес. Доука ханаши о кейте агете кудасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете, я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Энграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Ему пиздец!
секрет. Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Я скажу... Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою Теперь мать! Нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. К двери не подходи. Ты спишь, что ли? Пора встать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блять. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит.
Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Мне удалось связаться с Альтканингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные версии. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блять! Так, приготовься. Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. У тебя в руке был псевдоэндотрезин. Понимаешь, без него в этом теле жить немного тяжеловато. У меня было чувство, что твое спящее «я» старается от меня избавиться. Пришлось с ним побороться. Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься.
хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Идиотский вопрос. Да или нет? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Нас не связывают общие цели. Да. Слушай, делай, как тебе кажется правильно. Ты здесь босс. У меня только одна просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. Пойдем уже отсюда. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла Бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Не думаю, что Бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и времени много прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада, решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо, я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше, пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня.
Бестия должна уже сейчас прийти. Окей. Я готов. Что-то забыл? Ну, наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Блю глаз. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Уотсон на Першинг-стрит. Ну, так что делаем? Козла или ту, другую? Козла. Он больше в моем стиле. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Тебя на улице. У
дождался меня? Предлагаю поехать ко мне. Найт-Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью кормишь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. Ты не слишком удивлена? Вчера уже успела поудивляться. Только ты, похоже, ничего не помнишь. Ну, какую-то часть помню. Слава богу, не все. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка? Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Эбуники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно?
Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, у тебя за это... Так что нехер выпендриваться.